Здравствуйте, сегодня 24 число, первый месяц. Нахожусь возле Верховной Рады на митинге против законопроекта 41-42. Здесь должны быть те каналы, авторы тех каналов, которые я смотрю, адвокат Болтик, Дима Полтава. Приехал поддержать их 24 числа. Скажу вам так, тех, кто стоят протестующих, ну, я бы сказал, не очень много. Предприемцев собирается намного больше. Но, судя по всему, эти протесты пугают нашу власть. Во-первых, стоит машина, которая, судя по всему, должна поливать протестующих, если будут какие-то моменты. Там автобус стоит с полицейскими очень рядом. Там стоит дальше 7 машин и автобусы с полицейским. Полиции такое ощущение, если собрать, наверное, больше, чем протестующих. В районе отеля Киев. Мы там на перекрестку. Вон, видите, Киев написано, может нет, ну кто знает. Там на перекрестку с одной стороны стоит отряд ребят, с другой стороны отряд. Возле метрополитена куча отрядов, и здесь стоит народа. Неужели наша власть настолько боится митингов и всего остального, что насобирала столько полиции? Люди же говорили, что придут мирно. Протест мирный. Как-то так, на эту минуту. Сейчас у нас почти 11 часов. Встречу своих кумиров. Поддерживаю эту акцию. Так что всем всего хорошего.